Всем привет, всем привет, всем привет, мои хорошие, всем привет, мои любименькие, всем здравствуйте, на канале Пиратская Жизнь. С вами, кстати, Ночек. Так, я тут вот свои лосюшки укладываю. Слушайте, надо постричься, что-то у меня как-то обросло, да, прям так много. Ну, ничего, недельку еще потерпит. Потерпит мой причесончик недельку, потом подстригусь. А вот так вот, да, сегодня надо голову помыть. Хачапурца, как говорится, прекрасно. Все дела. Так, свет включила. Хорошо. Надо включить кондей. Так что очень-очень ярко. Маленечко включу, чтобы был свет. Знаете, вообще жарко. Жарко вообще уже дома. Это хорошо. Хотя сейчас на улице всего лишь 11 градусов. Прям очень классно. Классная такая погода. Но, правда, зелени нифига нету. Вот. Зелени нифига нет. Слушайте, мои хорошие, у меня для вас две новости. Точнее, хорошая и плохая. Точнее, одна новость. Просто для кого-то она хорошая, а для кого-то она плохая. Вот. Шкафы мы закончили. Вот только-только вчера. И мы уезжаем в отпуск. Да-да-да-да-да. Мы уезжаем в отпуск. Да, мы уезжаем в отпуск, мои хорошие. Я вам уже, кстати, говорила. Куда я хочу? Я хочу в Сочи, да. Но, к сожалению, мы настолько богаты, чтобы отдыхать в Сочи, поэтому мы едем в Адлер. В общем, надеюсь, шутку мою оценили. Завтра мы улетаем в Адлер. В Адлер. Правда, вы смотрите это уже тогда, когда мы уже там. Вот, потому что у нас выпуски выходят с задержкой небольшой, так что мы уже тусим в Адлере. Мы уже в Адлере гуляем, к морю едем, к морюшку, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я считаю, что я это заслужила. Да. Я это заслужила. Девочки, я очень много работала. Вот, ложкой вообще, мозгами, да. Поэтому я считаю, что я заслужила отдых, да. А почему хорошая и плохая? Потому что для тех, кто нам симпатизирует, кто хочет, чтобы мы куда-то съездили, что-то вот посмотрели, сменили, так сказать, обстановку, вот, кто любит нас, для них это хорошая новость, потому что у нас смена обстановки. А тем, кто нам завидует, и те, кто нас ненавидят, конечно, это плохая новость, потому что, ну как так, что, блин, вот эти сволочи только-только сделали шкафы и уже едут куда-то отдыхать, да. Конечно, там сейчас напишут, фу, Адлер, Сочи, хастади. Ну, это море. Знаете, я подумала, что в Турции сейчас нет смысла лететь. А вот, потому что там сейчас еще прохладно, купаться нету смысла. Вот, там еще прохладненько. Вот, и курточки, и прочее. Плюс это дорого. И, знаете, ехать чисто, сидеть в отеле, жрать целыми днями я не хочу. Не хочу. Уж, как говорится, если было бы хотя бы, там, знаете, басики, теплое морюшко, то можно там туда-сюда. То есть пожрал и пошел на море, там, покупался туда. А сейчас ты не покупаешься, ты ничего, вот, ну, смысл какой. Да. Вчера мы, кстати, зашли, это, купили красно-белое, вот всякие вот колбаски такой вот с собой возьмем. Вот мраморная. Испанская мраморная, да. И вот говядинку. Ну, возьмем с собой самолет, потому что нас там не кормят. А вот. Ну и плюс по приезду мы на завтра вылет 15:35, по-моему. Вот. Из Нижнего, кстати, мы летим. Это здорово. Вот. Что, можем общаться, не? Из Нижнего летим, вот, прилетаем в Адлер, в Сочи где-то, знаете, во сколько, в 19 с чем-то. Ну, пока там, пока туда-сюда пройдешь регистрации все, багаж заберешь, пока нас там до отеля, там часов 8-9 уже точно будет. Хороший такой отельчик я выбрала, такой симпатичный. В принципе, он в центре Адлера, вот, 4 звезды, да. Хотела, знаете, Сочи парк отель, но, блин, вот таких денег стоит вообще, там очень дорого. Они что-то там сделали сейчас какие-то эти улучшения, и прям очень дорого стало. Тут у меня сдувает.
А кондиционер что сбивает? Не знаю. Кондиционер какой сбивает? Вот. Так что такие дела. Так что такие дела. А завтра летим в Сочи на две ночи. Ну, мы ненадолго, вот так это, на недельку. На недельку, до второго. К Пасхе вернемся. Я уеду в Комарово. Ну а что нам делать здесь? Мы все сделали, все шкафы сделали, ремонт сделали, окна я помыла. Все хорошо. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, да. Во-первых, повторюсь, это, знаете, для кого-то хорошая новость, для кого-то плохая. Ой, как мне понравилась одна подписчица, написала, по-моему, в приватную написала. Говорит, Нина, высший пилотаж будет, если вы сделаете шкафы и уедете на отдых. Я не помню, как ее уже зовут, давно это было. А вот, когда еще только мы начинали эти шкафы, когда мы начинали только эти ремонты. И вот она говорит, чтобы, как говорится, позлить. Ну, я не позлить, честно. Знаете, я просто хочу на отдых. Я люблю куда-нибудь съездить, сменить обстановку, перезагрузить мозги. Вот, очень хочется, знаете, вдоль морюшка просто погулять, подышать воздухом. Мне же так здорово. Я не говорю то, что купаться. Вот, потому что сейчас все-таки, сами понимаете, апрель, это еще холодно. Вот, но погулять, это будет здорово. Сейчас докушаем супчик. У меня все, знаете, рассчитано до миллиметра. Вот, супчик докушаем. Как раз у меня картошечка с курочкой. Вот тоже я все прям рассчитала, чтобы у меня все четко было. Здесь у нас что? Здесь у нас мяско надо доесть. Вот завтра сосиски съедим. Не знаю, то ли с омлетиком каким-нибудь. Кстати, надо сосиски положить на видное место, чтобы я их не забыла. Надо съесть. Вот. Так что все хорошо. Все хорошо, все хорошо. Прекрасно, Дима, все хорошо, все хорошо. Вот, по еде мы все рассчитали. Все замечательно. В общем, девочки, идем в Сочи. Бадлер. Может быть, едем в Абхазию. Вот. Кстати, смотрела Абхазию, знаете, вот честно, но что-то мне не особо она понравилась. В отсутствии зелени, какая-то она не очень красивая. А по ценам, я вам скажу, что практически как в Сочи. Будем шарахаться по пляжу. Сходим в какие-нибудь хинкальные вкусные. Вот, покушаем там какие-нибудь устрицы. Мне очень там понравилось, знаете, на Адлере. В Адлере на пляже, тогда, знаете, там такой барчик был, и там делали не устрицы, а вот мидии. Мидии там, знаете, со всякими соусами, там с сырным, помню, тогда очень вкусно было, сливочный какой-то, а вот овощной, а вот там можно купить бутылку вина и так далее, с этим там, кушать. Но мы сейчас это вино не будем пить, ну просто так, с лимонадиком каким-нибудь. Тоже хорошо. Возьмем какие-нибудь машинки, покатаемся. Возможно, сходим в дендрарий. Не знаю. Да, денег, конечно, не так много, как хотелось бы. Вот, но это нормально. Ну, сейчас, конечно, знаете, Сочи вообще не дешево, но и такая-нибудь Турция нормальная, более-менее 100 тысяч стоит, 100 плюс. А здесь мы за 53 или 56. 56, по-моему. Да. По-моему, 56, с учетом скидки Лера мне сделала. А, 1000 у нас получилось на 8 ночей. Вот так. Какие дела? Вот у нас завтраками отель. Вот, ну я не знаю, конечно, сколько мы там потратим. Ну, сколько потратим, столько потратим. Голодать-то явно не будем. Вот так. В общем, я рада. Мы сменим обстановочку. Он вчера купил две булочки. Вчера в магазин ходили вообще. Смех и грех. Две булочки взяли. Взяли этот, как его, селедку, которую вчера съели. Вот, взяли два йогурта, творожка, что-то воду и все. Там девчонки говорят, что это? Вот так это скромненько сегодня. Ну вот, как бы. Улетаем из машины. И хочу много всего накупать. Так, это у нас супчик. У меня тут супчик греет. Супчанский.
Так, доедаем. Доедаем. У нас здесь мяско осталось. Сырочек. Я говорю, на все рассчитан, думали, на метро. Да-да-да. У меня уже там в это в приватку в Инстаграме пишет. Ну, на когда же вы куда-нибудь уже поедете? Ну вот. Все, кстати, знаете, насчет Абхазии. Смотрел, что сейчас происходит на озере Рица. Вот. Смотрю, там еще снега до хрена. Холодно. Я думаю, нафиг, нафиг. Не хочу еще эту Абхазию. Тем более, знаете, Сочи, она все-таки наша родная. Вот. Если захочется, пожалуйста, есть экскурсии в Абхазию. Может, как-нибудь такую палайту возьмем? Конечно, без вот этого, вот, как мы в прошлый раз лазили там по всяким пещерам, там туда-сюда. Может быть, какую-нибудь экскурсию, либо, может, сами как-нибудь съедем на автобусе. Чисто. Вот. Сесть, посмотреть, прогуляться. В общем, такие дела. Ну, как пойдет, то пойдет. Ну, просто я говорю еще раз. Я хочу, знаете, просто немножечко, чуть-чуть просто проветриться. То есть, мне нужна смена обстановки. Чтобы я была веселая и позитивная, мне нужна смена обстановки. В Турцию какую-нибудь ехать, знаете, дорого. Плюс, ну, прохладно пока что. Вот, а в Сочи, мне кажется, самая тема. Так, мне сыр, блин, вот мясо. Все, видите, все доели. Да, сосиски съедим. Хотя, кстати, срок годности хорошо. Сейчас доедим супчик. Ну, ужин у нас есть. Замечательно. Короче, вот такие дела. Такие дела. Сейчас еще, кстати, поедим. Надо будет это попробовать билеты забронировать. Вот. Red Wings, по-моему, летим, если не ошибаюсь. Вот. Red Wings. Помидорки. Так, это салат на ужин. И прочее. А это сейчас вот сидит. Чекер. Некоторые уже какие-то плохие. Надо сегодня еще, знаете, что сделать? Нужно сегодня распечатать ваучер. Что-то мы вчера были в небе, я забыла. Вот, нужно распечатать ваучер. И этот, вон, отнести коврик. Это я тоже вчера забыла. Короче, все забыла. Вчера с этими шкафами вообще все забыла, девочки. Вот. Распечатаем ее там в этом. Кубе. Не в кубе, а в этом. Как называется-то? Ну там еще один торговый центр, короче. Вот, ходим туда. Там, правда, дорожка, конечно, распечатка. Ну, нам всего один листочек распечатать. А, черики кушают, это у них уже портятся. Ой, они уже портятся. Черики. Надо срочно-срочно кушать. В Сочи, Сочи. Давно, кстати, там не были. Сколько мы? 3 года уже там не были. На мой день рождения тогда ездили. 3 года назад, получается. Вот. Немножко помидорок. Вкусненьких. Вот. Так что вот. Вов, убирай кровать. Давай вставай. Нам завтра вообще рано вставать. Чтоб все успеть. Ну, вещи соберем. У меня там мой походный чемоданчик уже собран. Ну, с этими, с шампунями и прочей фигней. Очень удобно. Вот, а уже как приеду, уже потом постригусь. Может, реснички сделаю. Ногти у меня, в принципе, нормальные. Хорошие. Вок вчера покрасила. Сейчас, кстати, увидите, какой он красивый стал. Снова темненький такой. Вчера прям белый-белый был. А сегодня нормально.
что давайте, обзорщики, вперед из песни. Делаем обзоры. То, что мы едем в Сочи на две ночи. Конечно, там дорого. Знаете, я бы, может быть, в горы бы съездила. Ой, мне так понравилось вот это. А, этот, как его называется там? Сейчас скажу. Сейчас. Газпром. Вот этот вот. На Газпром. Очень понравилось. Мы тогда, когда были, мы были осенью на мой день рождения, и там еще не было снега. А сейчас, я думаю, еще снег остался. И там есть вот этот вот аквапарк прикольный. Когда, знаете, вот выплываешь, там теплая вода в нем, и вот видишь в окружении вот этих гор. Ой, так красиво вообще. А если бы эти горы были такие, знаете, заснеженные? В общем, надо путешествовать. Путешествовать — это здорово, это расширение кругозора. Это, так сказать, смена обстановки. Хоть немножко, хоть чуть-чуть. Но морешку надо понюхать. Вот так вот. Тем более там уже, скорее всего, прям весна-весна, там уже все распустилось, там уже красота. Как вы знаете, я недавно одна женщина писала, типа, вот правильно, типа, не езжайте никуда, типа, нафиг эти Таиланды и туда-сюда, уж лучше там квартиру все обустроить, там, 100 тысяч, типа, вот поехать там в Турцию, лучше там вот хорошие там шкафы купить туда-сюда. Девочки, мне кажется, знаете, на самом деле нужно стараться, стремиться зарабатывать столько, чтобы вам хватало и на шкафы, и на отдых. А уж путешествовать там, как она сказала, раз там в 2 года, и то по акции. Не знаю. Я как-то больше, знаете, больше люблю путешествовать. Это, знаете, когда один раз вот поехал, заболел, и все. Я любительница путешествий. Так что надо стремиться не экономить, а наоборот больше зарабатывать. Такие дела. Была, не была. Супчик доедим. Будет хорошо. Там, кстати, при отеле есть ресторанчики, с чем можно будет туда сходить. Потому что там это и сауна есть. Вот, рядом с рынком. Такой неплохой. Посмотрим. Долго-долго, знаете, всякие отзывы. Там какая-то у них есть, называется, не помню как точно. В общем, короче, какая-то туристическая какая-то зона там в Адлере, да, и там как это все ограждено. Там такие шикарные отели, знаете, но они очень на самом деле далеко. То есть они далеко от всяких вот этих центров, от всяких вот этих вот прогулочных улиц, от олимпийских этих объектов. Поэтому что-то подумали, решили чуть поцентральнее, но не так далеко. В общем, все увидите. Подписывайтесь, как говорится. Может быть, кто-то из-за границы собирается на отдых в Россию. Да, вот. И кто-то хочет отдохнуть у нас в России. То есть смотрит, куда можно съездить в России. А вот. И туризм, знаете, в России, он на самом деле очень неплохой. Может быть, когда-нибудь мы съездим на какой-нибудь Байкал. Вот. Я на самом деле очень бы хотела отдохнуть на Байкале. А вот, это было бы очень здорово. Ну, пока что мы выбрали Сочи, Адлер для отдыха в России. Так. Такие дела. Было, не было. Посмотрим, что там обстановочка какая. Кстати, смотрел несколько стримов одного парня, который там сейчас живет. Вроде там погода, прям, знаете, такая, прям чуть ли по 30 градусов на солнышке. То есть чуть ли уже можно загорать. Вот. Возьму несколько спортивных костюмов. Ну, в общем, подумаем сегодня, что брать, а что не брать. Так что вот такие у меня новости. Если кого-то обидела, извините. Вот, если кого-то обрадовала, ставьте лайки. Вот, я в последнее время, знаете, предпочитаю о своих планах не говорить заранее. Вот, кто надо, уже знал. А кто не надо, для того сюрприз. Вот так вот. Потому что, знаете, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Потому что я тянула до последнего, никому ничего не говорила. Вот так вот. Так что всех любим, всех целуем, всем хорошего настроения. Вот, ну,
А злым людям им все равно не объяснишь. Но хорошим людям спасибо большое, что вы за нас радуетесь. Я рада, на самом деле, и себя, и вас куда-то вывести. Потому что вы нас смотрите, конечно, надоедает эта вся атмосфера, обстановка одна и та же. Вот, и посмотрим на красоту, на морешко. Вот, вкусно покушаем, погуляем, где-нибудь покатаемся. В общем, все как всегда. И вот это вот наше «пойдем, пожрем», плюс пиратский все водитель, снова, как говорится, поднимает свои паруса и отправляется в новое путешествие. В данном случае по России. А вот Сочи. Сочи, Сочи, на две ночи, ля-ля. Я бы хотела в Крым, но в Крым вот сейчас как бы не очень безопасно. Ну и плюс у нас на самом деле в Крым нету самолетов. Почему-то я смотрела, нету самолетов. Возможно, можно как-то добраться на поезде, но на поезде до Крыма это очень далеко. Вот, а на самолетах у нас, к сожалению, нет. Вот. Ну, ничего, когда-нибудь мы и съедем и в Крым, и, возможно, даже в Одессу. Все, люблю всех, целую, увидимся на следующих выпусках. Пока-пока.